Привет, зритель! Мой первый обзор покупок еды в этом году, третье видео по счету. Я сегодня подумала, а что я их считаю. Ну вот, короче, как бы я... Однажды меня близкий родственник угостил вот такой рыбешкой. Она мне так понравилась, я спрашиваю: родственник, ты где покупал? А родственник, видать, делами был замучен и не ответил. А сегодня я лично пришла и спросила, говорю: родственник, где ты покупал эту вкусную рыбу? Оказывается, в Магните. Труд стейк форели. Премьер, короче, тут заяц какой-то нарисован. Наверное, зайцы жрут рыбу. Для идеального ужина натуральный продукт. Короче, форель радужная, как мне говорят. Да, вот радужная форель стейк. Людям она не нравится, а мне она зашла. И я, значит, у меня остался бульон, как раз замороженный, сейчас размораживается от этой форели. Думаю, у меня как раз два кусочка было там с кошкой напополам. А тут четыре. Тут, кстати, сколько ее вообще грамм-то? Форель, ты где? 500 грамм, но изначально не надо сейчас сюда прыгать, тут и без тебя хватает всего кошка. 475 грамм тут рыбы и вместе с глазурью 500. Ну, в общем, 25 грамм тут этой глазури. Вот. И я, значит, узнаю, что она в Магните, а я хотела, думаю, купить какую-нибудь рыбу и самой поесть, и в суп еще закинуть, чтобы был уж конкретно рыбный суп, а то на рыбном бульоне что это, картошка, морковка, лучок, все. И, значит, в общем, узнав, что она есть в Магните, у нас три магазина есть, где рыбу можно купить: Магнит, потом Мясной ряд и еще Фортуна. Фортуна только наличка. У меня наличка как раз целый кошелек. Ну, и я думаю, сейчас зайду сначала туда, потом туда. А в итоге сразу Магнита больше никуда. И сейчас я тебе скажу, зритель, почем оно. Во-первых, у меня было, оказывается, 74 балла на карте Магнит. Я знаю, что если телефон показывать эту электронную карту Магнит, то будут баллы больше капать. А если только пластиковую, то меньше. Ну вот как-то мне все равно получается только пластиковую показать. Вот на пластиковой карте Магнит у меня было 74 балла, их списали. Все вместе у меня тут две рыбы и фруктики на 772 рубля 13 копеек вышло бы. Но минус 74 рубля дали мне приличную скидку. В общем, 698 рублей 13 копеек у меня покупочка. Почти 500 грамм. Форель. Сейчас скажу, почем форель без скидки, если. Форель 300, в общем, 330 рублей без копейки. Причем она шла по ценнику как бы по скидке. Я не знаю, почем она вообще сама по себе стоит. Но за счет баллов мне это вышло 297 рублей без копейки за вот такую упаковочку. Тут 4 штучки. Классная форель. Тут, кстати, даже... А нет, тут на это не написано, как ее делать. Она другой на какой-то советовалась. И я вот сейчас ее сварю, и мы с кошкой поедим. И потом займусь другими делами. Потом, значит, я еще хотела взять филе ментая. Мне еще сказали родственники, что вот, ну, как бы, возьми филе какое-нибудь. И говорят мне: морской язык. Я думаю, точно, я же раньше любила морской язык. Потом, значит, этот филе тилапи. Точно, думаю, я же раньше любила филе тилапи. А потом думаю, да что-то не хочу. Я думала, что если филе... Если его кидать в суп, то оно будет вообще как труха. Мне говорят: да нет, все нормально будет. К нам идет кошка. Надеюсь, она ничего не свернет. Если вы тут видите баррикаду, то я сегодня отжимала масло. Я его еще никак не смонтирую, но вы могли видеть в шортсах. Если подписаны на инсту, в инсте. Если подписаны на телегу, в телеге. Ну, короче, может быть, даже ВКонтакте его фоточку. Если знаете, заходили ко мне на страничку ВКонтакте. Так вот, у меня тут местами жмых, местами... То, что еще может отжаться. Это мелкие орешки, ну, ломаные орешки кэшью. Я сегодня для себя обнаружила, что семена, ядра семян конопли, технически, не той, про которую вы могли подумать своим извращенным мозгом, можно хорошо отжимать на программе Сезам, то бишь Кунжут. Они мягкие. А вот эти уже, не помню, на какой программе я отжимала, на Рапсе вроде. Это вот полноценные семена. Сейчас у меня как раз сливаются там остатки масла. Так вот, я подумала, что оно же мягкое тоже, его, наверное, тоже можно отжимать на второй программе Сезам. Вот здесь у меня всякая баррикада. Я засыпала, еще залила жмых
льна, семян коричневого льна водой, потому что нашла в рецепт в интернете, как можно сделать хлебушки на основе жмыха из семян, и вот оно настаивается. Так вот, у меня тут, надо бы ее уже, ну, на балкон сейчас уберу, правда, у нас там пара дней грозят события в минус 3, а на балконе, соответственно, 0 будет, и оно подразморозится, но мне, в принципе, оно и надо. Я купила себе в итоге еще горбушу марки Магнит тоже. Магнит, так. Горбуша дальневосточная, филе на коже. 100% натурально. Вместо вылова Дальний Восток. Легко приготовить рецепт на обороте. Вот, тут как раз я видела этот рецепт. О, это, короче, тут такая приличная полосочка этой горбуши. И еще кусочек. Ну, вот видно, да, там. Я когда брала, я что-то не поняла, что там оно такое длинненькое. Я ее что взяла? Я ее хочу разморозить и посолить. Вот у меня красная соленая рыба. Тут наклейка как-то кверх ногами присобачена. Филе горбуши дальневосточной на коже. Мороженое, пищевая рыбная продукция, полуфабрикат, глазированный. Замороженный, категория Б. Я не очень понимаю в этих категориях А, Б, В, Г, Д и так далее, что у мяса, что у рыбы. Горбуша дальневосточная, защитная глазурь, вода. 475 грамм самой рыбы и вместе с кожей. И 500 грамм вместе с заморозкой. Не более 270 суток. Короче, можно, она может жить до 2 сентября 2024 года. Как раз до дня рождения одной из моих родственниц. Вообще сестер. Рекомендуем подавать с салатом. Ну и тут вон запеченное филе горбуши рецептик есть. Ну, я хочу это... Конечно, вот я думаю, что вот этого куска мне хватит на посолить, а остальное может быть и запеку, может и просто солю. Ну, что-нибудь придумаю. В общем, вот горбуша тоже еще полкило. Полкилошечка. Сейчас я скажу, почем это горбуша. 300 рублей без копейки. То есть 299 рублей 99 копеек. И по вот за счет баллов она мне вышла... 272 рубля без копейки. Ну и личи. Я как-то пришла в наш Магнит, они выгружают личи, там два целых ящика. Я набрала, я говорю, они уже, говорю, у вас все, можно на кассу идти пропечатанные. Да, да, можно все покупать, уже все внесено, как, куда они там вносят. Набрала я личи красненького, такого зреленького, хорошенького. А мне говорят, а мы еще не внесли. Придите завтра или вечером. Я думаю, ладно, я на следующий день поскакала в Озон. Зашла там в Магнит в солнечном. Купила себе и личи, и эту фигню, которую, по-моему, я ела как раз на первом, наверное, мудбанге в этом году. У меня ее уже нет. У меня только порошок где-то есть этой фигни. Драгонфрукт. Ну и мне тогда, в общем, я заодно взяла, купила и драгонфрукт, и вот это вот. И он там был по 360, что ли, рублей, я уж не помню. Ну, типа по скидке. Потом зашла я в наш Магнит, смотрю, лежит личи, 600 рублей. Жаба душит. Думаю, да ну нафиг, я его уже ела. А тут зашла, смотрю, лежит такое одинокое личи и смотрит на меня так, таким рядом, где-то в полторы ягодки. Говорит, Лёля, возьми меня, купи. С вами еда разговаривает. Короче, личи 299 рублей 90 копеек за килограмм сейчас. Оно написано, что типа 50% по скидке. А за счет баллов мне оно вышло... килограмм, значит. Ну, в общем, короче, за счет баллов оно мне вышло 4, вообще, сами вот эти. 474 у меня тут, я еще взвесила, думаю, блин, ну, не килограмм, но, наверное, около полкило где-то так. 474 грамма у меня вышло с учетом баллов озоновских на 129 рублей 15 копеек. Ну и все, короче, вместе опять, напомню, 698-13. Я что заметила, если в названии ставишь хэштег экономлю я или что-то в этом роде, то просмотров больше. Даже если это картинка, а я что-то сейчас пока не делаю снова опять, большую часть времени, вот эти заставки. Надеюсь на то, что мне рандом на YouTube выложит, и вот в голубом вот этом, вообще он ближе, на Вайберис он назвался зеленый, но, по-моему, такой ближе к голубому. В голубом домашнем костюме, на фоне вот этого всего своего для кого-то бардака, на маленькой уютной кухонке. Одна и та же практически картинка. Чуть-чуть там меняется и название. И вот иногда оно идет по просмотрам, а иногда не идет. Мало. А иногда внезапно смотришь, так мунбанк взлетел, потому что там в хэштеге экономлю. Так вот, что может позволить себе инвалид второй группы с детства
Ну, просто меня недавно то спросили про мой возраст и пенсию. Так вот, что может позволить себе купить инвалид? Что может позволить себе купить человек на социальную пенсию, которая суммой 17 400 где-то так рублей, ну, грубо говоря, 17 тысяч в месяц, плюс-минус что-то там. Бюджетненько в магнитике. Если у вас есть карта магнит, особенно если она у вас в телефоне, то вам вообще будет кайфово. Но если вы не забываете ее показывать при наличии этой карты на кассе, то у вас копятся баллы за покупочки. Эти баллы вы можете потратить на продуктики. Вот это вот по скидочке. Вот это вот по скидочке. Ну, желтый ценник, мне кажется, там у них иногда идет вот этот магнит, желтый ценник. Он не всегда есть именно та самая скидка. Вот здесь-то реально по скидочке с момента последнего моего бытия в магнитике. И вот это тоже, оно было по скидочке. Я не знаю, почему там несколько таких пакетиков осталось, но вот оно было... А, я поняла, почему. Оно до 15 марта 2024 года. В общем, на некоторые продукты в магните, где вот срок годности там 2 месяца, несколько дней или еще что-то, можно, есть приличные скидки, можно сэкономить свой бюджетик. Если у вас примерно такая же ЗП, либо пенсия, либо ну, вот доход ваш, как у меня, то в принципе в магнит можно зайти по скидочке. Хотя вот наш магнит считается самым дорогим по ценам из всего города. Ну вот как-то вот. Всем спасибо за просмотр. Если решите поддержать канал, где-то будет облачко, либо ссылочка в инфобоксике. Если вы что-то делаете с этой рыбой, либо мне хотите сказать, типа, Лёля, вот кусок ты засолишь, а вот другой кусок можешь приготовить вот так, можете написать мне в комментариях. Я почитаю, если это будет написано добрым языком, без хейта, я поставлю вам сердечко. Если есть какие-то вопросы, можете задать под этим видео. В комментах. Если чего-то там я обещала, но никак не запишу, допустим, СМР с пупырками, не обязательно мне говорить в лицо всякие гадости, потому что вот, ну, это отталкивает от желания делать. Вы можете просто мне напомнить, потому что, ну, есть люди, которые вот что-то обещают и забывают, потому что куча других дел, а есть люди, которые обещают и тут же выполняют. Я, наверное, где-то посередине. Ну и всем, всех с наступившим старым Новым годом. И это как бы всем пока!